Спасибо. Напомню, что это были у нас Марина Подгойская и Игорь Анохин. А я приглашаю на сцену Наталью Васильеву, город Екатеринбург. Готовится Юлия Тютюненко. Здравствуйте, рада всех видеть, вернее, слышать, потому что здесь. Песня называется «Бедная Наточка», она автобиографическая. Есть гитара? Ах, бедная Наточка, славный ребенок, как жалко малютку до слез, как маленький мир беззащитен и тонок на фоне полуночных грез. Огромные тени встают образами за лунным орнаментом век. Ей снится старушка с большими глазами, живущая там в голове. Как много энергии в сморщенном теле старушки 80 лет. Наверное, совсем неплохая затея подольше пожить на земле. Махнула крылом золотая жар-птица, и жизнь безгранично любя, старушка решила Наташе присниться и этим продолжить себя. Наташа проснется, омыта слезами, и вдруг не по-детски мудра. Такую сентенцию выскажет маме, как будто философ Сократ. А в детском саду заводные игрушки, но дома, конечно, милей. И ночью во сне прилетает старушка на сказочной старой метле. И все безупречно в галактике нашей, но где-то в пространстве ином. Внутри у старушки резвится Наташа, и снится ей каждую ночь, каждую ночь, каждую ночь. Спасибо. Наточка Васильева, город Екатеринбург.